Этот ролик мы снимали с Бешеным Питом, и по идее он был для его канала. Но вышло так весело и прикольно, и идея интересная, и получилось классно, что я попросил видео у Пита, смонтировал, и хочу вам его показать. Если не знаете Бешеного Пита, зацените его канал, ссылка будет в описании. Там весело, да и сам он молодчик. Короче, это прикольное видео. Надеюсь, понравится. Нетипичное оно, конечно, стрельбы нет, что печально. Но не убегайте, не надо. Оно интересное, обещаю. Поглядите. Спасибо заранее. Надеюсь, понравится. Вот и все, что хотел сказать. Пошли, гильзы. Разрушительное ранчо. Перевод и озвучка Зёброй. Чё как, пацаны? У нас совместка с Мэттом с разрушительного ранчо. Ща мочить будем. Точняк. Может, знаете, я на своем канале частенько соревнуюсь в поедании буррито на скорость. Обожаю это делать с известными ютуберами. Но сегодня будет небольшая изюминка. Будет буррито челлендж по-техасски. Да, с Мэттом жить, помытячьи выть. Типа, правила мы совместили. Я даже не слышал о таком челлендже, но я готов. Окей, круто, круто. Так, что сегодня будет? У нас тут перед носом разобранная АР-ка. Да, две разобранные АР-ки перед нами. Я уже разок пробовал ее собрать. И провалился я в этом мероприятии просто с треском. Значит так, каждый из нас соберет АР-ку. Погоди, ты говоришь, будто не знаешь, как ее собрать. Я ж тебе все показал. Да-да-да, но только раз. Раз. Ты ж два раза пробовал. Два? Да. Что? Врет все. Да о чем ты? Короче, я ни разу буррито не ел. Буррито он не ел. Ну-ну. Короче. Задача такая. Мы собираем АР-ку. Потом мы сжираем буррито как можно быстрее. Потом открываем пивко, американский национальный напиток, и выпиваем его тоже как можно быстрее. Побеждает тот, кто сделает все это быстрее. В общем, скорее всего, Мэтт порвет меня на британский флаг в сборке АР-ки. Скорее всего. Может быть, я буду чуток быстрее в части с буррито. Кто знает. Может, Мэтт тоже не дурак пожрать. Даже не знаю, как запихнуть его. Час назад поужинали. Я слопал ужин жены, так что я сыт. Да это ж отговорки, как мои про АР-ку. Ну да, блин, страшно ведь. А в остальном? По пивасу-то мы равны? Да. Окей, хорошо. Так. Я нюхом чую подставу и заранее протестую. Ну что, готов? Давай, погнали. Блин, идей нет, где начинать. Да серьезно. Кажись, вот это туда идет. Не знаю, чел. Окей. Скажи, как будешь готов. И сразу начнем? Да, на 3-2 раз. Я ж не справлюсь с буррито, блин. Справишься. Я такой сытый. У тебя будет куча времени. Лады. Лады. Ты что там делаешь? Нервничаю я. Что там? Я что-то упустил? Мухлюешь? Да винтовку разминаю. Уже мухлюешь. Вот тебе в помощь. Погнали. Уже начали? Да, сейчас. Сейчас. Три. Два. Один. Давай. Мухлёшь чистый. У меня? Ну да, шельма. И как же? Фигня. Сам фигня. Ты отставать должен, а идешь вровень. Какой вровень? Эта фигня не заходит. Не хочу я есть, блин, буррито. Да что ж он не влазит? Сказала подружка. Ты что там делаешь? Да только начал. Заходи, ну. Давай, силой. Задом наперед пихаешь. Да какой задом наперед? Чушь это. Ну, как хочешь. А, ну вот. Это сюда. Внутрь. Выкинуть, что ли? Ёлки, справился, догоняет меня. Я не могу быстрее. Давай. Что за нафиг?
Давай! Тише едешь, дальше будешь. Может, заклинило? Кажись, заклинило. Я глухи-нем. Боже мой! Не могу, блин. Доталова, Доталова! Бутыль на стол, руки вверх! Блин, братан, веселуха! Молодцы! Ближе и быть не могло. Крутотень, чувак! Блин, веселуха такая. Раунд 2. Реванш. Давай еще разок. Блин. Божечки, так близко было. Было прям ништяк. И финиш был супер напряженным. О, блин. Эта фигня, я думал, застряла. Она не шевелилась, а она-то меня и спасла. Надо фотофиниш сделать, чтоб наверняка. Не, ну тут Мэтт выиграл. Он тут победил. Напряженно было. Я прям рад, что эта фигня тебя задержала. Да-да, вообще не заходила. Застряла. А я такой, спасибо, господи. Я такой, он близко. Ам-ням-ням-ням. Как ты это делаешь? Bobby? Я доктор. Типа.